Житель села Новинка обнаружил в курятнике медведя. Годовалый медвежонок был истощен и едва передвигался. Животные забрали полицейские. В отделении полиции гималайского медвежонка угостили медом. А позже охотоведы увезли его в Центр содействия реабилитации диким животным. Сотрудники наблюдают за его повадками, чтобы определить, жил Мишка на воле или сбежал из-за осада. Сейчас его состояние удовлетворительное. До осени он будет набирать вес, а потом его выпустят в дикую природу.